вечер, ребят. Чтобы вы понимали, полтора года ожиданий, то есть полтора года, примерно столько, сегодня аж июнь, уже середина июня. Ровно год назад пришла идея в пандемию, когда все было закрыто, пришла идея сделать кофе-бар вон там наверху, и потом пришла идея, а почему нельзя как бы еще джаз сделать. То есть музыку все любят, может танцевать, может кто-то слушать, кто-то сам исполняет. И поэтому очень долгий путь был, очень много работы было проделано, и всегда сложно что-то такое делать, когда, по сути, ты являешься, ну, в чем-то первым, в чем-то не первым, где-то последний, где-то предпоследний. До тебя что-то пытались, не получилось, куча всего было, все закрылось и так далее. И мы не исключение тоже будем делать именно таким образом. Поэтому ребята будут стараться играть, как в последний раз. Будет очень жарко. Вот, главное, чтобы не сгорело ничего здесь. Постараемся. Если что, здесь вода рядом, всех зальем просто. Очень, конечно, радует, что... Несмотря на то, что были вот эта возможность забронировать столики, все равно в первом зале больше народу, чем как бы предусмотрено нормами и не нормами. Поэтому такое небольшое пожелание, что раз мы все сюда пришли отдохнуть, пообщаться, познакомиться, либо кто-то уже знаком друг с другом, а кто с кем-то не знаком, просто познакомьтесь. Тем более музыка будет располагать этому всему. Поэтому у вас есть телефоны. Нажмите там самолетик, введите просто в авиарежим, чтобы никого ничто не отвлекало. Можете снимать, можете фотографировать, не проблема. Потом будете выкладывать, то есть не отвлекайтесь на выкладывание, так здесь все равно сеть не ловит нормально. Здесь предусмотрено было все настолько, насколько это возможно. Вот, потому что все, что связано с живой музыкой, с живым общением и так далее, это точно не про онлайн. Поэтому за год, когда всех просто заперли по домам, нужно было как-то, по крайней мере, мне кажется, так, что все соскучились по чему-то подобному, атмосферному. Поэтому давайте сегодня просто отдохнем без вот этого вот всего. Очень рад, что пришли те, кого я даже не ждал, и те, кого я вроде ждал, но они не пришли, и это очень здорово тоже, потому что яркий пример того, что делается когда-то, и тебе говорят, что «О, да, мы сейчас поможем, все сделаем, все, давай, ты только начни». Ты начинаешь, и они первые сливаются. То есть у кого такое было, я думаю, понимают меня. Поэтому я никогда не объявлял музыкантов. То есть я не знаю, как это делается, но я думаю, просто надо называть людей. Они все хорошие, они будут отжигать. Сегодня для вас будут играть и петь Анна. Анна просто голос нашего города. Человек, который даст фору, это тот случай, когда ученик превзошел учителя. Вот я честно, без шуток. То есть Женя просто актив, просто верит, старается, играет инструмент гитара. Да, я же правильно называю? Да. Сережа просто окроплен опытом. Басист и... В первую очередь, когда я думал, надо джаз-клуб, я все там прям заморочился, по классике надо джаз-трио, нужно фортепиано, там контрабас, барабан. И всегда есть такой момент, что хорошего контрабасиста сложно найти, это как с хорошими людьми, но с контрабасистами прям вообще, то есть хорошего человека найти, чтобы это еще и был хороший контрабасист, это редкость. Но это Сережа был, и если вы вдруг наткнетесь на его старый инстаграм, вы поймете, как он очень вырос. То есть какие видосы он там выкладывал, какие сейчас вы увидите. Это две большие разницы. Вот все сейчас начнут искать Сережу, старый инстаграм его. И Василиса. Василиса просто для меня открытие, потому что... Оказывается, 2С, да, вот, которая 2С, которая в конце, а там 2С. Не Василиса с одной С, а с двумя С. Я вот, думаю, как Россия. Василиса. Не знаю, мало кто знает. А тут все прям точно. Клавиши, фортепиано, сочиняет, играет. Просто класс. И, конечно, просто огонь. Какой же любой джаз-бенд или не бенд без барабанщика? Илья просто колотушник. Это прожжем сегодняшний вечер. Будем колотить, играть. Думаю, всех представил. Артур, да, просто человек, который всегда в тени, просто он есть. Он есть и будет красивый звук сегодня. Ну, в целом тут будет все очень красиво и громко.
можем взять, да? Давайте. Well, I hope that you've been having the time of your life. But just remember, you gotta always think twice. Атмосферу.
А еще очень, что ты хочешь сказать, Илья? Если вам очень нравится Илья, давайте поаплодируем Илья. Ему будет приятно в вашей компании. На самом деле, да, здесь есть несколько окон, где вы можете сесть, если вам хочется. Есть смелые люди? Ян. О, супер, супер. Следующая песня называется Every Breath You Take. Я всегда путаю слова, поэтому можете меня останавливать. Thank you.
очень тяжело эту песню петь, как будто бы я про себя ее пою. И есть какой-то гитарист, который убивает меня своей игрой. Если приводишь текст песни, становится страшно. Сыграю вам что-то, что нам очень нравится. Песня называется «That's what I like». Сейчас всем будет очень грустно.
into you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm with the aim. If you wanna leave, take good care. I hope you got a lot of nice things to wear, but a lot of nice things to bear. Для этого нам очень нужна ваша помощь, потому что нам понадобятся ваши ладони.
и мастер-класс от супер-барабанщика Илья Коногорский. Сначала просто поаплодируем. Илья, что ты делаешь? И потом... Ну, можно так начинает вступление вот так. То есть он так стоит, да?
Ну, тут сидит оркестр, и он так стоит. Ну, там сидит оркестр. Вот так стоит. Вот вы оркестр, да, там люди. Мы люди. Да. Они люди, вы оркестр, и дирижер начинает так. Ну, обычно так. One, two, то есть, чтобы вы понимали, какой темп был. В армии слова темп не существует, поэтому дирижеры, соответственно, так не вступают, да? То есть, представьте, тысячи людей военных стоят, отдают честь, и тут такой военный дирижер. Это невозможно. То есть, ты должен сделать все красиво, и, как обычно, все по-русски. Поэтому вступают они обычно вот так. Раз! Никакого темпа, никакого штриха, никакой динамики. Ты просто стоишь и ждешь вот этого. Раз! И вот когда я попал в армию, я ждал, когда... Обычно я ждал, когда он скажет... Потом, когда я вспомнил, что мы в армии, это было примерно так, вот так. Раз! Вот. Ну, представьте, тысяча офицеров, дядек, развернулись посмотреть на меня, на лысого солдата. Вот. Поэтому я увольняюсь сам. Сейчас мы попробуем вступить по военному. Это интересно, это типа круто, понимаете? Если у нас удастся, как вам понять, что у нас получилось? Если мы продолжим играть дальше, значит, у нас получилось. Если мы будем вступать два раза... Значит, не получилось. Нет, это значит, что такая аранжировка. Все, мы начинаем. Thank you.
Следующая композиция, на самом деле, одна из моих любимых. Как жизненно лого. Лого? Ну, идея, короче, я не знаю, как это сказать по-русски. Да, смысл, не смысл. Девиз. Девиз, спасибо большое. Девиз по жизни, да. If I ain't got you. На самом деле, идея петь такие песни, да, когда-то витала вот где-то в воздухе, и этого всего бы не было, да, если бы не было ребят, если бы не было Жени Лебедева, который провел миллион переговоров, собрал миллион людей, если бы не было Сережи Гаскина с его опытом, инструментами и головой, да, если бы не было Ильи. Ничего бы сейчас от этого не было. Да, и Васи. Поэтому сейчас будем петь песню, которая называется If I Ain't Got You. Будем appreciate the people, ценить людей, которые рядом с нами, да, которые помогают реализовывать идеи. Еще Женя все эти ноты написала. Представляете? Мы делаем вид, что меньше, мы чем заметили. Просто смотрим. Ничего бы это не было. А вот помните, вначале меня было не очень хорошо слышно, и вы бы меня не слышали, если бы не было Артура. Yesterday.
продолжаться бесконечно. Да, у нас на самом деле очень много идей, и мы будем делать... У нас еще две? Really? No, we have two! Я чуть не забыла. Точно. Мы же еще будем висеть сейчас на люстрах. Песня Sia. Знаете исполнительница Sia? У нее есть песня, которая называется Chandelier. Красивое такое русское слово. Имя. Люстра Петров. Еще есть небольшая история у меня. Веселая. И она будет не про армию, наконец-то. Так как я, в общем, и барабанщик, и все остальное, как бы, я еще много на чем играю, и был период, когда я играл в кавер-группах и выступал в разных барах. Прости меня, Игорь Михайлович Гутман. Вот. И вот эту песню, Chandelier, Sia, много кто поет. Я очень много лет думал, что эта песня про ребенка. Почему-то я так прочитал, что там child. Далее, да, типа что-то про ребенка. И песня такая классная, я думаю, блин, это надо же такой женщине сильной написать ребенку песню. А сегодня на саундчеке я узнал, что это песня про люстру. Поэтому... Вот так вот. Да, мне на самом деле нравится рушить человеческие жизни. Я просто преподаватель английского, и вот мечты, понимаете, каждый раз. But it's girl, you hurt, can't feel anything. But la la la, push it down, push it down. I'm the one for a good tempo, phone's blowing up, baby, I'm not too loud. Thank you.
не очень взрослый, мне всегда было так интересно, почему певицы часто себе трогают уши. Что там такое? И сегодня я, на самом деле, первый раз пою с ушным монитором. У меня слишком маленький уши, он постоянно вываливается. Я не могу улыбаться, потому что он всегда вываливается. Вы такие хорошие, улыбаетесь все время. Спасибо. Вы знаете, как будет спасибо по-английски? No. Да, просто очень хочется вас поблагодарить за то, что вы пришли, за то, что вы нас поддерживаете, за то, что вы такие классные. И мы споем песню, сыграем, которая называется «Thank you, next». Потому что это будет заключительная композиция, но обязательно будут еще программы. Мы уже думаем над... А, потом будет джем. Да, будет джем. А в скором будущем мы будем делать латиноамериканскую программу. Будет еще горячо. Сегодня-то не американская программа была. Теперь латиноамериканская. Ихо. I love you.